Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем познавать наш сервер с обновлением тайванский. Что есть интересного, что добавили? Добавили за один самоцвет. Я, блин, к сожалению, начал ловить, не успел словить. Сейчас заберем. Потратил теплюхи. Сейчас, я надеюсь, у меня должны быть питомцы. Попробуем словить нового питомца и посмотреть на него в действии, что же он себя представляет, как он выглядит. Дали за один самик сразу же халяву на Тайване. Не факт, что эта халява будет на других серваках, но я на это очень надеюсь, что дадут и будет возможность хотя бы без донатов хоть как-то словить, прокачать, не знаю, этого питомца. Так, суки, поехали. Посмотрим. А, у нас, блин, у нас нету реагентов. Как обычно. Все как обычно, все как всегда. Так, сейчас посмотрим. Сейчас что-то придумаем. Есть где-то реагенты на рынке? Нету реагентов на рынке. Ну вы что, издеваетесь? Короче, я вам его покажу попозже. Но питомец интересный будет. Блин, просрал все. Так. Ладненько, поехали в новую локацию. Будем проходить новую линию обороны. Почему новую? Потому что, во-первых, здесь изменили у нас уже плюхи. В третьем уже не кладный призрак, хотя я думал, что поменяют, поставят нового героя, но, к сожалению, не поставили. Здесь у нас новый талант, который, с одной стороны, интересный, с другой стороны, даже не очень. Что он делает, я уже говорил. Увеличивает здоровье и критическое сопротивление. Ну, критическое сопротивление, ну, себе. Также уменьшает эффект исцеления от окружающих вражеских. Фу ты, блин, эффект, короче, уменьшает отхил на определенное количество, на 5 секунд. Ну, честно говоря, хрен его знает. Посмотрим. Поехали, 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 поехали. Попробуем попроходить. Так, может, что-то изменилось, какая-то сложность стала посерьезней. Не знаю, но все обычно здесь проходится налегке. Тыква, воодушка, ледяха, воодушка, и в принципе все. Можно не париться. 3 тонны пошли, химки. Интересно. Может, завтра обновится. Уменьшили количество с 12 дней, как у нас было, до 7, до недели. Возможно, через неделю будут запускать Иван. Теперь я так не знаю. Ну, конечно, 12 дней фармить — это нереально жестко. Ну и все, и получили обычный сундучок. Поехали сюда. Ну, все как обычно. То есть здесь ничего, по сути, ну, я не знаю, не поменяли. Я не вижу, по крайней мере, ничего. Может, карту добавили там еще. Но с такого, чтобы прям мега-мега вау. Так, ниндзик. Варлок.
тыква справляется без проблем. Я не знаю, тут, наверное, дальше будут усиления посерьезней на следующих левелах, потому что сейчас просто первых три левела, ну, они вообще ни о чем. Выбора у нас больше никакого нет. Здесь непонятно, что написано, но будем надеяться, что что-то поменяется у нас дальше. Может, завтра будут следующие левела. Но так пока нифига толком непонятно. Качаете первого левела, дяху качаете ему скилл и ставите водушку исцеления, если есть. Этого вам вполне хватит. Плюс теква нормальная. Без проблем должны. Ну, смотрите, в стане стоит. Длительное время, кстати, в стане стоит. Нифига себе, два демона? Что-то я такого не припомню, чтобы два демона было. Офигеть. И попробуем еще разок. Давайте откроем плюхи. Но уже два демона дают. Может, дальше будет больше демонов? Их придется все-таки убивать. Надо будет смотром убивать. Давайте сундуки откроем. Ну, хорошо, что значки за титул дают. Постепенно можно будет всем докачать. В зависимости от вашей силы. Так, вот так вот. Вот новые эмблемки, третью и четвертую сразу же дают. Ну, по сути, можно будет ее так собирать. Для бездоната это однозначно плюс. В чем плюс? Плюс в том, что это офигенная эмблема будет для PvP локации, для фарма, именно для бездоната. Потому что им сложно это собрать все. Такс. Хорошо. Попробуем еще разок зафармить. Но я не помню, чтобы там было два демона. Может, я где-то провтыкал, но я вроде все дни фармил. И был один демон у нас. Если я не ошибаюсь. Поэтому вряд ли. Вряд ли я так провтыкать мог. Вот у кого есть ледяной феникс тоже. Нормальная тема. Не, вот смотрите, вот первый пошел, 190. Это он на какой там, на 6 или на 7? Один демон. И вот второй демон идет. Странно. Не помню этого. Значит, будет дальше, будет еще больше, судя по всему, демонов. То есть их придется убивать реально очень быстро. Вот так вот. И вот изменения. Пока это то, что я вижу по данной локации. Не знаю, как это повлияет. Ну, на бездоната это повлияет. Если он будет пропускать и не будет успевать, то это, конечно, повлияет. Но это только третья волна. Вот эти эмблемки. На четвертом левеле 34 тысячи. Дофига не жизни я вам даю. Нехило так. И они будут одни из топовых по жизни. А мы сейчас посмотрим по этому. У меня рейтинг светится. По табличке. Посмотрю. Интересно. Они на максимум будут давать 122 тысячи жизни. Атаки, конечно, немного, но 122 тысячи, так, чтобы вы понимали, это самый, наверное, топ на сегодня. Ну, для бездоната это однозначно плюс. И у нас вряд ли что-то столько жизни дает.
Да. А, нет, все-таки жизнь. Десятая ожива, точнее, 130. Ну, десятую ожива только. У меня есть в одном экземпляре на этом. Здесь 122 тысячи. Неплохо. Такс. Что еще такого интересного? Ну, супер питомца я, как обычно, прохалявил. Поэтому вам покажу его попозже. Ну, я на английском сервере его уже прокачаю, думаю. Очень быстро, и мы с вами затестируем. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.